Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 280, политика. Не грех ли на пасхальной неделе помогать кому-то на физической работе? И можно ли ходить на светлой седмице в баню или мыться в ванне? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Римлянам 14.5. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Принято считать, что пасхальная неделя проходит как один день, но справлять ее ныне так и не всегда удается. Считай, что первые три дня необходимо праздновать, радуясь чуду воскресения Христова. И если есть такая возможность, не работать. На пасхальной неделе русские люди никогда не топили бани. Есть рассказ о том, как одна женщина приняла странника и приготовила ему помыться в самый день воскресения Христова и получила доброе воздаяние. Всегда нужно о всяком деле рассуждать в конкретной обстановке. Как, например, водку никогда не нужно пить. Но вот случилась беда, человек провалился под лед. И если прием этого зелья поможет сохраниться, то церковь никогда не поставит этого в вину.